Всем доброе утро. Приехал до избы. Здесь вход замаскирован. Ну, ветками заложен, чтобы видно было, кто проходил, не проходил. Вроде ветки лежат, может, никого не было. Избушка стоит, не упала. Идемте посмотрим. Все, на месте нет. Здесь ветками такими, бревнами. Потому что тропинка идет, бревна таскал, натоптал. Сейчас эти грибники ползают, блин, по этим, по моим тропинкам. Видят, что хорошая натоптанная дорожка. И по ней идут, и прям на избушку один раз вышли. Е-мое. По таким зарослям-то не ходят. А как увидят тропинку, так сразу ползут. Поэтому бревна их тут кинул. Видимо, сразу разворачиваются, в обратную сторону идут. Так. Ну, в лагере вроде бы все на месте. Ничего не стыбздено. Избушка стоит. Не знаю, что там пишут, многие боятся, что она упадет. 4 столба таких. Тут веса-то особо нету. Сухие дрова-то. Ну, эти бревна. Даже почти что не считается. Так, вздох. Можем вот подпереть потом еще. Че, ничего страшного. Здесь можно еще 2 столбика поставить под террасу эту. Сегодня крышу будем делать. Сейчас костер надо сперва развести. Обед у нас крылышки. Надо сейчас замариную. Костер разведу, угли добывать будем. Чё ж я бензопилу-то не взял, хотел же, блин, сейчас возюкаться. Тоже так же, как и с фонариками, надо купить подороже нормальную бензопилу. Ножовку, да и все, какую-нибудь фискарсу. Фискарс или что-нибудь типа того. Тут за 350 рублей настолько я отработал. Аллилуйя! Сегодня будет костер. Пошла жара. Тут аж сбоку что-то аж загорел. Писали, что вроде как по высоте хватит. Не знаю. Низковато, мне кажется, нет? Костерок есть. Угольки пусть добывают. Сейчас мясо замариную еще. Крылышки наши обеденные. Давайте посмотрим, что оно там по высоте выходит. Да, в принципе, то нормально, но можно уже потолок делать, сейчас крышу. Сейчас зашибись. Сейчас замаринуем мясо. Для маринада там ничего особенного. Не буду добавлять перец, лук, лимонная кислота. Ой, лимонная не кислота, а лимонный сок.
ножик, походу, просрал где-то. Который с ручкой, как из веток-то. Цветом. Блин. Так и думал, что потеряю где-нибудь. Там в землянке где-то, походу, потерял, ставил. Такой вот мультитул, типа, из Галамарта купил. Ну, вилка-ложка-то нормально, ладно. Ножик вот тут есть. Но я не знаю. Сейчас попробую. Режет он еще нет. Верхи. Смотри-ка, ты даже режет. Даже острый, можно сказать. Пойдет? Что-то там 200 рублей, что ли? Налил чаечек. Сейчас попью чаечек и начнем строительство. Сперва, наверное, сделаю посередине несущее бревно. Здесь торец, не знаю, может, досками заколотим. Это тонковато. Ну ладно, посмотрим. И уже крышу можем будет стелить там по 2,5, по 3 метра, наверное. Жерди буду искать, пилить. А на крышу вообще... После бревен думал травы, что ли, накосить. Тут поле рядом есть. Оно прикольно будет смотреться. Избушки на курьих ножках. У них солома на крыше. Тоже хотелось что-то подобное сделать. Наконец выбрался до леса. А то дожди, то на работу, блин. Никакой лесной жизни, так сказать. Кстати, кому интересно, ну там кто-то пишет, чем занимаешься, кроме леса, тоси-боси. Есть у меня второй канал резервный, ну я туда так заливаю, просто дублирую видео с леса. И так по деревяшкам там какие-то. Ну что, если вдруг что-то с одним каналом случится, хоть останутся видеоролики где-то, поэтому ссылочки будут в описании. На этом канале я буду сейчас вести, чем дома занимаюсь, там в свободное время от леса, от работы. Тут эти обрезки как раз сейчас и пущу на это, на перекрытие. Пойдет. Вот такие гвоздики.
неправильно. Здесь надо подлиннее сделать. Перекладину так. Фу, блин. Кто-то там пишет, что фигней страдаешь. Маленькая избушка типа. Вся дырявая. Так я ее ж не для жизни строю. Конечно, если бы я избу строил для жизни, так это так, больше как хобби, развлечение. Приехать сюда отдохнуть на несколько, на день может даже, на сутки. Так что капитальную избу здесь 10 на 10 я строить не собираюсь. Так. Время 12 час. Еще что 12 уже. Налил чаечек. Походу мясо пораньше придется жарить. Топить, наверное, больше не буду. Хватит уже углей. Показываю, что получилось. Проходим. Вот настольечка выступает, будет само то, крыша над верандой, над балкончиком. Вот здесь вот так вот, в высоту само то. Нормально? Что-то там кто-то писал. Щели у меня есть. Вот что-то хожу, смотрю, нигде вроде нет щелей. Все эти запенем щели. В большие я еще буду вставлять. Эти тонкие. Вот такие какие-нибудь. Ставим, запенем. Может даже утеплителем еще изнутри обошьем. Так что со своими щелями. Хотелось про досок привезти из гаража, крышу застелить. Потом думаю, немало здесь надо, это тоже. Сейчас капец цены на доски. Так что из бревешек пособираем какие-нибудь, может, ну, потихоньку сделаем. Надо будет снять размеры. Дверь сделаю из досок в гараже, ладно. Пожертвую парочку досок. Сколочу.
нормальную дверь. Ну, не нормальную, более такую из необрезной доски. Конечно, можно было красиво сделать, но она не подойдет к нашему стилю избы. Можно закидывать уже места. Жарко. Вот так вот жарится обед. Пойду пока потаскаю на крышу палки. Вот так вот натаскал 2 часа. Вот здесь столько-то тонкомера. Здесь толстых. Буду кидать толстых. Между ними уже тонкомер заполнять. Мясо дожарилось. Пообедаю сейчас, пока горяченько. И продолжу уже таскать дальше, пилить. Пока остывает, еще за одной партией успею сходить. Горячая. Капец сейчас. Чуть ли не километр уже приходится ходить за этим завалюжником. Уже вблизи вообще ничего нет. Вблизи я все на стены собрал. Капец. Там в одном месте еще соберу все. А потом не знаю, где искать дальше. Посмотрим, может. Ничего, хватит еще. Лес это соснового мало, вон там только кусок. И там здесь березняк, осинки, поэтому валежника мало. Так вот. Сейчас, наверное, эти приколчу сперва. Какие напилил, потом посмотрю, что там, сколько еще не хватает. Да, так задолбаешься таскать-то. Приятного аппетита всем! Сейчас большие распределю примерно поровну, а потом уже мелкими зашиваться буду. Посмотрим, сколько хватит. Вот, крупняком пробил.
Оба. Вот так. Распределил на каждую секцию. Ну, по 4, по 5 штук. Толстый по 3. Думаю, будет нормально. Ну, вот так вот выходит. Конечно, вначале. Я же говорю. Ну, ничего страшного. Что-то, я думаю, толь рубероид. Тонковатый же сейчас говно продают. Надо какой-то... Был бы толстый, как Саудеповский. Таким бы можно было закрыть. А этот тоненький, он порвется сразу же почти что. Поэтому, наверное, лучше тент. Такой же, как землянку, купить. Две штучки. На одну половинку, на вторую. Ну, и сверху соломой там. Будем закрывать уже. Здесь запенивать. Утеплителем обшивать. Ну вот, избушка. Уже имеет очертания избушки. Наконец-таки уже крышу делаем. Стены готовы, пол. Скоро уже заселяться, наверное, будем. По крыше тут немного работы осталось. Ничего, сделаем за лето-то. Потихоньку. Не спеша. Так что вот так вот. Дверь еще. Если дожди начнутся, то дверь я займусь. В гараже. Поснимаю на втором канале, выложу, если что. Надо будет еще сюда допиливать. Еще сзади немножко. Не хватило. Искать надо где-то. Все уже обобрано везде. Ну там сейчас тонкомер остался. Поищу. Попилю. Не шибко много тна. Ну, в следующий раз уже с тентом приеду. На какую-то косу на поле здесь накосить травы. Или спадет вся трава. Удует ее. Не возюкаться уже. Тентами застелить. Наверное, так наверное, и сделаю. Ветками сверху закидать. Ладно, подумаю еще. Пишите ваши предложения, как лучше сделать крышу. Катастрофически неудобно. Землянку-то поудобнее как-то. Она в земле там. Здесь, блин, с той стороны-то не подойдешь. И возвращаться приходится. Такой вот, ну, дырявенький. Фигня, все заделаем потом. Получился потолок.